Всем привет, на связи IT-District, и сегодня я хочу вам презентовать, еще показать одну тему, которая очень интересна для интернет-магазинов. Смотрите, тут очень интересная фича, тут есть очень интересные фишки. Да, и кстати, заранее хочу вам сказать, что если вы хотите приобрести себе эту тему оформления, то вы можете обратиться ко мне. Курс плюс эта тема оформления обойдется вам всего лишь навсего 700 рублей. То есть вы покупаете эту тему оформления, и в подарок вам идет курс по ее полной настройке. Спешите, у меня осталось только 5 лицензий, поэтому, в общем, я вам сейчас все покажу. Во-первых, здесь очень интересно такое навигационное меню с поиском. Вот, здесь есть поиск. Все это очень классно оформлено. Посмотрите. Здесь идет вот такой каталог, и мне нравится презентация вот этих карточек товаров. При наведении вот иконки меняются на изображение. Самые популярные продукты. Вот так вот все это интересно сделано. Таком минималистичном и в то же время очень таком хорошем креативном стиле. И давайте перейдем в карточку, допустим, кухни, да? Не в карточку, а в категории товаров. И вот тут вот товары имеется. Вот, ну, опять же, шрифт можно сделать меньше. Я бы сделал меньше. Тут валюту можно выбрать, цену, можно фильтры еще добавить, допустим, по цвету, по материалу, категории. Все это будет в курсе. И вот так товары сделаны. Можно списком сделать, да? Вот таким. Ну, или вот такой сеточкой. Давайте зайдем в карточку товара. И вот такое вот изображение. Вот цвет именно, вот как цвет можно выбирать, описание и рекомендуемые. Все очень понятно, все очень просто, но тем не менее премиальная тема и работа, она еще SEO-оптимизирована хорошо. Дальше, есть несколько вариантов главной страницы. Есть вот такой вариант главной страницы, ну, собственно, с которого мы познакомились, да? Я бы, если честно, еще установил специальный плагин, который прикрепит верхнюю навигационную меню. Второй. Смотрите, этот вариант уже с прикрепленной вертикальной навигационной меню, да? Но, кстати, мне вот этот даже больше вариант нравится. И вот такая менюшка, да? Третий вариант. Вот вообще без левой панелечки, да? С категориями. Но этот мне не нравится, если честно. Вот второй мне нравится пока больше. Четвертый вариант. Вот тут тоже прикрепленный слайдер. Тоже неплохой вариант. То есть суть в том, что здесь куча всяких страниц у вас преднастроена будет. Да, вы загрузите все это дело. И потом все, что нужно сделать, удалить ненужные страницы и установить, выбрать нужные страницы и подключить их в навигационное меню и заменить на свой контент. И все. Вот тут куча различных страниц. Давайте список с избранными товарами. Смотрим. Ну, пока ничего здесь нет. Поэтому... Но он тоже классно оформлен. Нестандартный, я бы сказал бы. Отзывы. Смотрите, отдельная страничка с отзывами есть, что немаловажно. Вот, смотрите, как это классно сделано. Интернет-магазин очень и очень крутой. Сам магазин, да? Команда, галерея. Галерею давайте посмотрим. Понятно. Давайте новости посмотрим. О, портфолио даже можно посмотреть. В три колонки. Смотрите, как все это прекрасно можно использовать. Можно ваше портфолио, то есть фотографии ваших товаров прямо на сайте, прямо в интернет-магазине. Это очень классно выглядит. Страница с контактами. Все очень красиво оформлено. Тема очень классная. В чем суть? Вы покупаете у меня эту тему оформления. Я вам в подарок предоставляю курс, по которому вы можете настраивать эти темы оформления и настроить интернет-магазин для себя. Но если вы разработчики, занимаетесь разработкой интернет-магазинов, то я вам могу продать сразу несколько лицензий с очень хорошей скидкой, больше чем 50%. Поэтому, ну если вам нужен интернет-магазин для себя, современный, уже SEO-оптимизированный, то можете просто купить у меня вот одну лицензию с курсом, и все будет отлично. Либо если даже не хотите возиться, я могу вам прям все это настроить. Самостоятельно загрузить все это дело, настроить, и я вам сделаю это бесплатно, просто купите у меня эту тему оформления, а все остальное я за вас могу настроить бесплатно. В общем, такой вот классный интернет-магазин у меня есть в арсенале. По-моему, там осталось 5 лицензий, так что спешите. Для консультации по поводу этой темы оформления под видео в описании есть ссылочки.
для меня во ВКонтакте, Facebook, на e-mail мой. Можете мне на e-mail написать. Также будет форма обратной связи. Можете оставить все свои контактные данные. Там, и я сам с вами свяжусь, и мы обо всем договоримся. На сегодня у меня все. С вами был IT District. Всем пока.